В администрацию округа собрались представители управляющих компаний и контролирующих органов. Середина лета – самое время подвести предварительные итоги подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме. Большинство здесь представляют свои учреждения и компании. Но окружные депутаты Владимир Жандаров и Павел Чемурлиев представляют своих избирателей. Специально пришли на совещание, чтобы узнать, как идет подготовка. Все управляющие компании, которые работают в Одинцовском округе, мы сейчас слышали на совещании, практически 60-70% уже сдали все акты. Мы это видели и слышали от доклада. Никто не хочет повторения ситуации прошедшей зимы. В Одинцово, к счастью, не было серьезных коммунальных аварий, но депутаты округа предложили, как минимизировать последствия сильных морозов. Это касается наземных теплотрасс. Они раньше у нас были над землей, грубо говоря, а сейчас, вот, причем это сделано по просьбе депутатов, это все закапывается в землю. Чтобы, если был сильный мороз, не треснул, не потекло. Чтобы не получилось, как в эту зиму. Сейчас депутаты в постоянном режиме осуществляют общественный контроль над управляющими компаниями. Выезжают в дома по конкретным жалобам, привлекают внимание к проблемным ситуациям. Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство – те сферы, к которым на 100% применима народная мудрость про то, что сани надо готовить летом. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».